Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении регионам школьных автобусов. В Тверской области предназначены 23 единицы транспорта. Всего выделено 5 миллиардов рублей федеральных средств для поставки субъектам страны машин для подвоза детей к месту учебы. Новый транспорт придет на смену тем машинам, у которых закончился срок эксплуатации. В Тверской области от Федерации будут направлены один автобус вместимостью до 12 человек, 9 автобусов на 13-20 человек, 10 машин рассчитанных на 21-24 школьника, один автобус на 25-31 место и еще два предназначенные для перевозки более 31 человека. Поставщиками автомобилей станут крупнейшие российские производители. Отметим, что ежедневно на занятия в сельские школы в Тверской области доставляются школьными автобусами более 10,5 тысяч учеников. Подвоз ребят осуществляется в 38 муниципальных образованиях по 636 школьным маршрутам общей протяженностью 50 тысяч километров.